Казалось бы, с приходом осени жизнь в летних лагерях останавливается, но на деле все не совсем так. Даже в снежный период здесь не всегда было пусто, шел ремонт корпусов. А с приходом весны персонал взялся и за метлы с лопатами. После зимней спячки в лесу осталось много прошлогодней листвы и упавших стволов деревьев. Убрать их сейчас первоочередная задача. Текущий ремонт зданий мы уже практически завершили, косметический ремонт внутри помещений, ремонт сантехнического оборудования. Полностью уже закончено. Сейчас приступаем к ремонту 15-го отряда, который на данный момент у нас будет производиться полностью текущий ремонт всего отряда. Новое здесь не только мебель, но и оборудование на кухне. Все условия для подрастающего организма. В этом году мечта планирует принять 560 детишек на одну смену, по 4-5 человек в одной комнате. Ромашка же открыта для 160 мальчиков и девочек. В блоках две комнаты по 3 человека, плюс отдельный туалет и душевая. Всех приглашаем. Я думаю, что мы справимся и с пандемией, и наберем штат. И у нас, конечно, здесь воздух просто замечательный. Изоляция, в общем-то, у нас соблюдается. В столовой тоже дети питались в прошлом году в две смены, не так, как обычно, в одну. В общем-то, все меры у нас по ковидным мероприятиям соблюдались. У нас нареканий в этом вопросе не было. Безопасность отдыхающих у администрации лагеря на первом месте. По опыту прошлого года с эпидемиологической ситуацией здесь налаженная система. Традиционный родительский день отменен, а встречи разрешены только на проходной под присмотром сотрудника учреждения. Каждое утро здесь будет начинаться с проверки температуры у персонала. А вот школьники в лагерь без медицинской справки попасть просто не смогут. В наличии также запасы антибактериальных средств и масок. Один из самых важных моментов – обработка территории от клещей и других насекомых. Ее проводят за день до начала оздоровительного сезона, так что родители могут не переживать. Здешний лес – безопасное место. Каждую неделю специалистами Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии проводится мониторинг готовности оздоровительных лагерей к оздоровительному сезону. К 20.05.2021 года планируем проверить выполнение всех мероприятий, предусмотренных предписаниями. Летние лагеря – отличная возможность оздоровить своего ребенка. Сбалансированное питание и много спорта на свежем воздухе здесь обеспечены. Строго тут и с мобильными телефонами. Пользоваться ими разрешают недолго. «Ромашка и мечта» в этом году начнут работу с 3 июня. Одна смена продлится 18 дней. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск, 360.